Хокин, желание, желание, помолвка, как ты мог? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Касамсона Чарли, и мы продолжаем проходить челлендж «Черную вдову». Итак, мои хорошие, напоминаю, что в предыдущей серии мы с вами сделали зачать ребенка у целых 4 претендентов. Ребят, это вы не ослышались, 4 претендента у нас на отцовство. Вау, такого еще не было, во всяком случае у меня за всю мою жизнь, то, что я играла. Ну что ж, ладно, нам предстоит сейчас сделать, конечно же, тест на беременность и ждать никто, а от кого кто родится. Вот, ну что ж, быстро бежим в туалет. Так, ну, в принципе, это должно быть точно, что мы с вами беременны. Иначе это вообще, конечно, эпик от 4. Так, посмотрим, посмотрим. 1, 2, 3! Хорошо, хорошо, хорошо. И кому мы сейчас побежим рассказывать наши главные новости? Я не знаю, тут быстро, тут рядом как-то Хантингтон. Ну-ка, давай-ка расскажем ему. Главные новости. Представляете, да? Попросил счастья. Ага, понятно. Колодец желаний исполнилось желание. Что? Что? Мы гневны. Ух, где мое счастье? Я не знаю, где оно. И меня это, в принципе, не волнует. Я все-таки думала, что это будет истерика. Я серьезно думала, что это будет истерика. Но не тут-то было. Так, наша коровка. Коровка, скорее всего, вырастет где-то через сутки. Я тоже жду, мои хорошие. Так что не надо мне писать. Так, мои прекрасные. А, Тревис теперь друзья мне нравится. Слушай, а я не знала, что он у тебя в друзьяшках. Пупс, а ты не хочешь мне что-то там рассказать, например, поведать? Хотя я не имею цели как-то прокачать у них стремление, еще что-то. Хотя за это тоже даются баллы. И да, кстати, у Хоакина появилось желание устроить с ней помолвочку с ней. И у меня, кстати, было такое небольшое предположение, что, может быть, все-таки Хоакин станет нашим 5-м мужем. То есть не Джей станет 5-м. Да, ну посмотрим, посмотрим, как получится. Вот, хотя, действительно, я просто не знаю, от кого мы сейчас забеременели. Ух, 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 интрига на интриге. Мой прекрасный пупс, ты где сейчас? Ты что скучаешь? Давай-ка с тобой быстренько помечтаем. Ты сделала домашку? Слушайте, у нее все замечательно. Так, есть, это хорошее? Это хорошее? Если это хорошее, то это мы просто убираем в холодильник и не будем с этим таскаться. Давай-ка с тобой мечтаем. Слушайте, она уже может мечтать. Какой у тебя уровень вообще? Прекрасный мой ребенок. И возобновляем с тобой формочки. А, понятно, невозможно стереть из памяти. Она с отчим столкнулась, судя по всему. Так, 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 кстати, мне очень интересно, уже не терпится, вот так скажу, на деле, вот, вот эту вот черту характера, проверить, клептомания ее. Так, ворковать мы это пока не будем, ну-ка, моя хорошая, давай-ка с тобой поедим, вот у нас как раз упали показатели, ага, узнать, как прошел день она хотела узнать у нее, как прошел день, стоп, 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 ну-ка, давай-ка узнаем, как у тебя прошел день, мужик, ну как у тебя день прошел, у меня очень весело. Я сразу скажу, если это мягко говоря, да, да. Кстати, нам нужно пойти и выпить, правда. Мы давно с вами не собирались с девчонками. Вот, я пыталась сделать все-таки из Нэнси вдову, но все-таки, наверное, вы правильно мне сказали, что, судя по всему, это работает его черта характера, этот семенин. Вот, поэтому, судя по всему, именно по этой причине, да, он не может с ней флиртовать. Наверное, я не знаю, обычно как-то... Всякие нюансы все равно не учитываются в Симсе. Подожди, подожди. А, нет, 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 нет. Все, наобщались с ним. Кстати, мне очень интересно, а вдруг Джей, например, никто не хочет спасть в истерику, ребята? Ребята, никто не хочет. Нет, 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 не вздумай этого делать, я знаю, что ты хочешь сделать. Нет, мы пойдем все, будем желания загадывать. Давайте-ка вот выстроимся. Выстроимся с вами у колодца желаний и будем загадывать желания. Слушайте, классная вещь, это колодец желаний. Если у вас его нет, приобретите обязательно. Вы не пожалеете. Нет, серьезно, ребят. Так, ну-ка смотрим. Что мы желаем? Да, счастье, да. Сейчас по закону подлости. Что, 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 что? О, важная новость. Какие потрясающие новости. Вечное веселье. Нет, ему повезло, ребят. Ему очень повезло. Ладно, пошли с тобой кушать. Что с тобой сделаешь-то? Ладно, я тут решила ее поцеловать. Окей, окей. Так, теперь мы с тобой загадаем желание. Давай-ка мы с тобой загадаем желание, например, на навыки. Вот. Где разнообразие? Температура об этом колодцу желаний. В общем, все. Это теперь грустный ходит. Веселух полная. Так, отправляем тебя на это, на пробежку. Пупс, знаешь, что мы сделаем? У нас есть куча денег, мама заработала, поэтому мы делаем с тобой
принести в дар. И надеемся, что сейчас, если мы с тобой сейчас пожелаем навыки, у нас будет хорошо. Давай. Маленький мой. Маленький мой. Щедрые дары, щедрые, просто неимоверно щедрые. Вау, уровень моторика повышен. Хотя могло бы быть и лучше. Мы, между прочим, 5000 дали. Какой-то все-таки... Ой, какой-то все-таки бякушка, честно говоря. Ага, получен навык. Полученный навык. Ага, отлично, отлично. Ну, могло быть и лучше, я правда говорю. Так, где наша мама? Мамочка, ты где? Она была только что у Джея, да? О, у нас животик такой. Слушай, я напоминаю, что когда мы с тобой беременны, мы уходим в наряде номер 3 или 4? 4, по-моему, да? Наряд номер... Ой-ой-ой, отправиться на пробежку серьезно беременной? Воу. Мы ходим с... Не тот наряд, не тот наряд. Это наряд для чтобы выбить. Этот наряд... Значит, номер 2. Вот, номер 2, точно, я вспомнила. Номер 2. Мы с тобой такие прекрасные, видите, женушки. Целоваться. Чё, прям при этом, да? Он тут стоит. Мужик, а ты спать не хочешь? Иди ешь. А, понятно, это не Джей. А где Джей? Господи, как с этим гаремом сложно, если бы вы знали, мои хорошие. Так, ну никто не хочет ко мне приходить. Кстати говоря, можно было, знаешь, нам что сделать с тобой, вдовушка моя прекрасная? Я не особо хотела ей прокачивать вот это садоводство и прочее, но все-таки думаю, есть смысл ей, допустим, купить... Вот, цветочки. Вот, мы будем с тобой цветочки раз этого развивать. Так, давай раскроем. Открыть. Отлично. Благодарим за заказик. Замечательно. И сажаем с тобой цветочечки. Тихо-тихо-тихо, я знаю, плохо-плохо. Ну ничего. Потому что нам все равно приходит этот, как его, садовод. Доминик хочет, не хочу ли я прийти к нему в гости, чтобы пообщаться. Подождите, не Доминик, чтобы ты пришел. Ой, хотя бы я бы тебя отправила, честно говоря. Поцеловать они ее хотят. На, ага, все втроем, прямо сейчас, за один раз. Поболтать с Джеем. Это было хорошее желание, но у нее желание было целоваться. Обалдеть, они все думают о ней, она Джей. Нет, что-то, наверное, в этом есть. Так, поцеловать его. Поболтать с ребеночком. Слушай, Хоакин, а где ты? Говорят, вы и Изабель начали встречаться. Поздравляю с новой... с новой девушкой. Как круто. Как... Слушай... Нет, что-то, наверное, между ними было. Что-то, наверное... Так, устроить помолвку. Иди дальше бегай, мужик. Иди дальше бегай. Мне так нравится, когда ты бегаешь, хотя кто-то из них хотя бы не дома. Так, это почему-то кушает в кабинете. Наверное, это свойственно нам, таким обычным людям, кушать около компа. А давай с тобой потом польем. Кто мне звонит снова? Хотите снова сегодня... Она точно его поздравила с этим? То, что он начал встречаться... Слушайте, подождите, мне вот это очень интересно. Друзья знают, что он начал встречаться с девушкой, но при этом вот эти люди, хоть они, ну, понятно, что они друзья, но все равно слухи-то дают о себе знать, какие пары образовываются. Интересно, интересно. Они вообще в курсе, да, что там она замужем и прочее? И что у нее вообще тут несколько претендентов? Ну, поболтать, подлизываться, все было. Отлично. И... Подожди, выпить? У меня есть идея. Мы давно с вами реально не устраивали эти, как его, посиделки. Поэтому давайте-ка с вами сходим. Нам нужно ждать время. Начать собрание. Пойдем-ка соберемся в Риплинг Флетс. Признаюсь, что-то мне поднадоел этот гаремчик. И давайте-ка мы с вами сегодня наконец-то отдохнем и посвятим себя этому прекрасному обществу. А ну-ка, переоденемся в клевый нарядец. Ну, хотя, немножко животин видеть, но не страшно. Идем, пошли. Ой, они опередили нас. Мои прекрасные, они опередили нас. А ну-ка, идем. Идем, грациозной походкой. Так, отлично, мы на месте. Ну что, будем выжидать новую? Какой-то интересный Бернард сидит. Интересный персонаж. Слушайте, это место встреч прям какое-то. Серьезно. А, как вы встали, девочки, прям свиньей. Даня, зачем ты это сказала? В общем, идем с вами пить идем. Мужик, а ты... Ладно, хорошо, я завязала немножко с рандомными персонажами. Взять фруктовый коктейльчик и пьем с вами. И, наверное, можно будет идти с джакузи, потому что у нас есть желание с вами, по-моему, да?
джакузи. Нет? Нету уже? Понятно, нету. Так, а наш пупс будет развивать дальше творчество. Ты попробуешь упорно работать, потому что много денег не помешает. Еще больше денег, вот так. А вы, наверное, будете развивать какие-то навыки, если они у вас вообще как-то есть. Прелесть. Критиковать. Обнять кого-нибудь. Ну что, давай найдем жертву. И будем обниматься. Обнимашки. А обнимашки нет, только хвалить, обсуждать жареный сыр. Вот им сейчас только на этом обсуждать, только этот жареный сыр. Не, кстати, подождите, а где обнимашки? А, понятно, она ей просто еще не подруга. Ладно, рассказать главные новости. Вдовы вы мои прекрасные, отчаянные, я беременна. Они такие, еще раз, снова, да. Да, кстати, напоминаю, у нас уже третий ребенок будет. Офигеть, а знаете почему? Это все потому, что не потому, что Аня хочет много детей, хотя, в принципе, это тоже. Дело все в том, что просто за детей дается очень много баллов, а так как я убивала очень долго этого, как его, там, Жака, вот, это все, в общем, я за это поплатилась, мои хорошие, да. Слушайте, мы скоро так круто начнем с вами танцевать, хвалить наряд, хвалить и, нет, предложить переехать, хотя, наверное, это было бы идеей, но нет, все, мы на этом завязали с вами, узнать получше. И давай будем с другими подружками знакомиться. У нас должны быть со всеми хорошие показатели. Пригласить, спросить о карьере. Слушайте, как все прямо идет. Полетел-то как. Ой-ой-ой-ой. Начать собрание. Мы дальше продолжаем. Сори, мои хорошие. Просто я не заметила, что я... Все, мы будем популярным клубом. Мы будем супер популярным клубом. Да. И, кстати, смотрите, ребят, у нас новый член может быть сейчас. Отлично. Ну-ка, потратим. Кто у нас будет новый член? Белла Год. Класс! Беллочка, мы тебе рады? Да, кстати, мне кто-то говорил, почему Беллы нет. Ну вот, теперь она появилась. Это здорово. Хвалить нарядец. Сплетничать. Ну, сочи сплетни, это самое главное. Подождите, ребята, а где бармен? Где бармен, который должен быть здесь? Объясните мне. И да, кстати, а Белла Год не хочет к нам прийти? Эшли, 5-й уровень навыка, круто! Практично, пока мама тут, понимаете ли, и мы с вами прохлаждаемся. Ребеночек прокачивается. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ты положил еду, моя хорошая? Куда ты ее дела? Слушайте, куда она ее вообще засунула? Так, это, походу, неизвестно. Неизвестно. А что, бар закрылся, что ли? Или, как говорится, мы днем, типа, начинаем работать только... вечером, хотя вообще-то уже конкретно вечер. О, кто тебя просил? Это что, был единственный туалет, да? Нет, я вообще в шоке, короче, от происходящего. Ну ладно, что там стесняться? Все девочки. Так, узнать получше. А понятно, уже все есть захотели. Главные новости, сплетни. Сочные сплетни, ребята, девчонки. Я скоро снова замуж выхожу, представляете? Невероятно. А также я не знаю отца ребенка. Вот это вообще невероятнее еще больше. Да. Воу. Это что такое? А, танцевать. Я уж думала, она рожает. Действительно. Так, беременность за двоих. Отлично, скоро будет второй. Второй семестр. Аня, ускоряемся. Все, побежали. Ой, отлично, кто-то оставил еду. А это точно не наша еда? Что-то мне подсказывает, что это все-таки наша еда. А ну-ка, давай-ка с тобой покушаем, моя прекрасная. Так, я не поняла, где бармен вообще-то? Мне что ли его нанять? Нанять персонал. Маркус Флекс. Угу. И сейчас Маркусу мы расскажем наши главные новости. Вот сейчас он прям, у него глаз выпадет. Заботиться о себе. Заботьтесь, мои хорошие. Я знаю, что вы можете заботиться о себе. Ух, какие мы с вами. Класс. Кокетливая. Уже в пути. Вообще-то он мог и за бесплатно к нам, между прочим, прийти, если уж на то пошло. Так, берем с тобой вкусняшку. Здесь, благо, стоит холодильничек. Аня позаботилась об этом. Так, Маркус, обслужи, пожалуйста, поддатых девчонок. Маркус, ты куда пар... А, нет, все. А то, я, понимаете, тоже до тебя достучаться не могу. О, ты моя милашка, страстный поцелуй. Нет, мы сделаем ему воздушный. Вот, воздушный поцелуй. И, наверное, расскажем ему главные новости. Подожди, воздушный, ты могла из места. Куда ты пошла? Скажи, Маркус, я беременна. Вечер дал себе знать, который мы провели с тобой очень горячо. Здорово. Так, подожди, какие...
Спасибо, спасибо, но почему ты на нас-то не смотришь? Что, мы уже все, что ли? Не хат-хат-хат-хат? Так я не знаю, ладно, давай дальше перекусим с тобой. Так, нужно что-то покритиковать, и давай... О, все, я поняла, точно, нам нужны были романтические обнимашки. Тогда мы сделаем романтические обнимашки с вами. Отлично. И нужно будет какую-то работку покритиковать. Это сделать, в принципе, непросто. Ой, несложно. Спасибо. Поцеловать кого-нибудь. Маркус, сейчас я на тебя отыграюсь, а? Давай страстненький. Вы только посмотрите, как они, а? Зажигают, ты, девчонки. Круто. Понятно, у нас уже упала гигиена и бодрость. А как поживают наши пупсы? Ну, мужики, ну что же вы как эти, а? Прокачивайтесь давайте. Ой-ой-ой, заботиться о себе. Заботиться о себе. Это я что сейчас вообще увидела только что? Так у меня Симс еще никогда не глючил. Так, сексуальная поза, сексуально. И стать уверенной. Моя прекрасная, я тебя расстрою, но уверенность таким показателем ты уже не станешь. Слишком уж нас распирает от любви. Ух ты. Ребята, ребята, это жесть. Это что получается, пятым будет Маркус? Пятым будет Маркус, судя по всему. Потому что это желание ей надо исполнить. И она дает о себе... Подождите, так все-таки ребенок будет от Маркуса? Ну как-то я не знаю. Я серьезно, ребят, не знаю. Просто это одно из, конечно же, предположений. Ладно, ладно, ладно. Ну, очень круто. Как круто. Ладно, мы с вами расходимся, потому что нам нужно повышать показатели и отдыхать. Ну что ж, пупсы, отправляемся с вами домой. Итак, где мой маленький котеночек? А, ложится спать. Угу. Так, у нас домашка все замечательно. Сейчас понедельник. Слушай, прекрасный мой, неужели ты за все это время не поела? Есть попкорн. Ой, мне еще эту штуку покупать. Не, не хочу. Я думаю, у тебя все-таки будут другие, хоть не менее интересные желания. Тортик взяла, тортик взяла. А, кстати, можно сейчас маму, наверное, даже сюда отправить. А, сменить, отправить сюда. Вот, дабы мы могли уже, наконец-то, заснуть. Заснуть и отдохнуть, и, наконец-то, будет новый день. Да, будет новый день, устроить... Слушайте, какие у них у всех желания, блин, капец. Это что такое? А, понятно. Это вы его еще тортик едите? Офигеть, Жак, слушайте, Жак помер, это сколько серий прошло, ой, это сколько дней прошло, наверное, недели, ребят, серьезно, а он все еще, они все еще едят его торт, удивительно, да, вот мне бы так, чтобы тебя, а это что такое, а это что за сходка, домашний кинотеатр, почему меня выносит, в общем, ладно, давайте с вами загадываем желание, да, снова очередь, снова очередь за новыми желаниями. Так, а ну-ка идем сюда. Хотя вот этот должен обязательно проснуться. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. И... Слушайте, у него вообще все потрясающе. Какое-то вот тогда было. Да, все замечательно. Так, мы снова загадываем с тобой, допустим, какие-нибудь там... Допустим, повышения, вот. Да, Аня вовремя загадала, и судя по всему... Это что за стайл 80-х? Офигеть! Офигеть! Упорная работа, желание, что-что-что? Нет, Хокин получает понижение в должности, он снова работает на должности массовик-затейник. Алло, это Хоакин Лешиен? Это ваш начальник, тот самый, с работы, на которой вы так усердно бездельничаете. Недавно ваше имя прозвучало на собрании, кто-то предложил вас повысить. Могу со всей уверенностью сказать, что в ближайшее время вас никто повышать не собирается. Как вы вообще могли подумать о повышении? Думаю, вам стоит умерить свой пыл. Офигеть, ребят. Слушайте, мы можем вообще-то его убить этой, как его, эмоции сердитой. Офигеть. Ну, блин, у меня еще этот живой. Слушайте, ну круто. Ну, 4 часа, конечно, но все равно это круто, правда. Здорово. Жесть, конечно, жесть. Ладно, теперь ты красавчик. Ты красаучик. Допустим, давайте загадаем желание вот так вот. В дар принесем, допустим, 100. Ужас, конечно. Хокин, я не сожалею. Массовик-затейник. Массовик он.
Блин, первый уровень. А он был, кстати, не на третьем, нет, случая. Точно не вспомню. Так, ладно. Энергия юности. Офигеть, как вам везет, а? Ладно, хорошо, кушаем и тогда ложимся спать. Пупс, мой прекрасный, иди-ка сюда. Ой, 4 часа утра, правда, наверное, имело смысл ее. Ладно, ложись, а то если у тебя будет плохое настроение, мне это только в минус. Я не хочу, чтобы пупсик страдал. Итак, мои хорошие, все, ложимся спать, моя прекрасная. Нет, не-не-не-не, мы сейчас в туалет, вот, и ложимся спать. Все, замечательно. Лишьен, я сожалею. Я очень сожалею об этом. Да, приветствовать грубо. Вообще-то, вы все равно не напрягайтесь. Ну, хотя они работают. Я хотела сказать, да, вы не работаете. Ну, ладно. А, Оливер очень голоден! Ой-ой-ой-ой, подождите, а он мне не показывает, что он вообще-то голоден? Кто сказал, что он, Оливер, голоден? Оливер, ты точно голоден? Кормить? Ну-ка, давай-ка грудью покормим. Идем-ка сюда. Пупсичек, ты мой ненаглядный, что случилось? И заранее поменяем пленки. Хотя, ну ладно, можно попробовать. Можно попробовать кричать. Ой, качать. Качать, кричать. Ну, все нормально? Слушайте, а как меня напугали-то? Что же вы пугаете-то так, народ? Вообще очень интересно, да? Это у нас кроваточка-то розовенькая. Да, пупсик-то. Хойкин! Что случилось? Хойкин, желание, желание, помолвка, как ты мог? Хойкин, я даже, ну, я просто... Ребят, это жесть. Хойкин. Ну, приветики, кослявая. Где ты там вообще? Ну, в общем, здоров. Я, типа, немножко это... перестаралась. О, боже мой, ребят, это жесть. Ты как обычно рыдаешь. Он тут за всех рыдал. С самого начала. Ребята, я вообще даже не знаю. Смерть такая. У меня вообще-то его не было в списках. Так, ладно. Ускоряемся. Хойкин. Что с тобой делать? Может, его вернуть к жизни? Ребята, у него такие желания были. Хотя мы не можем призрака заселить к себе, если уж на то пошло. Не получится. Не получится вернуть его к жизни. К сожалению. И пуп с игрушкой пришел. Я все ее выражение лица такая. О, снова смерть. Ну вас вообще нафиг. Как вы надоели. Мрете тут все постоянно. Она, слушайте, она такой прекрасный. Нажать, чтобы говорить. И давай-ка сюда идем. Я не хочу, чтобы ты видел эту смерть. Хотя, вроде как, у нее пока такого желания нету, да, что ей совсем плохо. Так, ну, ты, в общем, ладно, отдыхай. Вдова. Ну, она может спуститься, конечно, ради этого, чтобы с ним, например, попробовать поговорить или пофлиртовать. Смерть, жди, я сейчас иду. Я сейчас приду. Самое главное, что... Ошибка, о боже мой. Самое главное, что вдова не присутствовала на смерти, дабы у нее вот этого не было желания. И, в принципе, смотрите, ребят, тут как интересно. Тут что интересно в этом челлендже? По сути, не обязательно, чтобы у вдовы было желание, вот это вот мудлет, что она вдова. Вот, по сути, ей главное просто убить 8 мужчин, которые уже на ее участке. То есть, в принципе, получается, что она-то за них деньги-то получила. Но в то же время, да, он не был нашим мужем, поэтому... Блин, обидно, обидно, я даже не знаю, что делать. Ну что ж, мои хорошие, я жду ваши предположения внизу в комментариях. Итак, сексапильная поза. Нафиг чувство о партнере. Вот, нафиг чувство о партнере. Ты, в общем, слушайте, я ничего понять не могу. Мне которую серию подряд, даже, наверное, третью. Хантингтон ходит в трусах. У меня дети Хантингтон вообще-то. А ты... Ладно, прокачиваю себе программирование. Написать плагин. Пускай плагин пишет, ну хоть за это деньги получу. Так, слушайте, ну вообще какие страсти-то происходят? Стоп. Обалдеть, ребят, какие страсти! Страсти! Ну, это черная вдова. Она бы без этого не была бы. Ой-ой-ой. Сори, мои хорошие. Мы присели тут немножко. Моя прекрасная, я смерть. Поцеловать Лючку. Ага, понятно, ребенок отправился в школу. Блин, она не может там попробовать что-нибудь украсть? Это было бы вообще идеально. Это было бы очень круто. Шутка для своих. Ну. Отлично.
Ну, попробуем. Ух ты. Со смертью. А, кстати, мы фоткались, по-моему, фоткались. А, нет, мы пробовали с вами фоткаться со смертью, у нас не получалось. Ну-ка сделаем... Кстати, вот, я куплю лучше этот фотик. Камера, лучшая камера, это вот это вот. Отлично. Отлично, все, камера у нас есть. Шикардосики. А теперь сделаем сфотографироваться со смертью. Обязательно. Слушайте, опять это присутствует. Она, судя по всему, она где-то тут, да? Как будто она на участке. Но в то же время я почему-то не вижу ее. Ладно, давайте-ка наймем специалиста по кентерингу. И как раз ее. А он ее не знает. Только посмотрите, а он, оказывается, ее не знает. Я вообще не знаю, как, с чем это связано. Как это получается? Так, ну ладно. Великий рандом. Почта, счета пришли. 12 тысяч! 12! Офигеть! Да, у нас деньги как раз только на участочку получается. Смерть подарила нам цветочек. Только посмотрите, как она не поверила прям это. Класс! Смерть, спасибо. Ты такой романтик. Милейшество. Не уходи, пожалуйста, пожалуйста, не уходи, я пытаюсь, я... Ай, поди. Ладно, ладно. Вот что теперь ты с этим Хайкином будешь делать? Вот вроде есть, и в то же время не знаю. Ну, по идее, конечно, я говорю, да, все засчитывается, как бы то ни было. Ладно, коровка созрела. Коровка, приветики, приветики, коровка. Играть с нашей прекрасной коровкой. И, конечно же, не будем ее кормить. Будем ждать, пока она зарабатывает 11 за свои усилия. Антивирусный плагин. И, конечно же, мы не будем ее кормить. Конечно же. Сами покормимся, пойдем. Так, подожди, все что такое? Брать и помыть? А, понятно, понятно, окей. Мужик, а у тебя будет сейчас отлично, просто пойдем покушаем. Пойдем покушаем. Так, ждем с вами, когда наша прекрасная коровка проголодается. Надеюсь, это будет скоро. Надеюсь, мои хорошие. Так, кстати, пупс. А, ты хорошистка, домашняя работа. Слушайте, какой она прокачанный ребенок, оказывается. Очень самодостаточная девочка. Я прям очень не нарадуюсь за нее. Так, давай мы с тобой отдыхаем, перекусываем и, конечно же, будем валяться и спать. Слушайте, это капец, ребята. Я до сих пор. Я до сих пор не знаю, как вообще описать то, что сейчас произошло. Он все-таки умер. Блин. Блин, Хойкин. Хайкин. А представьте, если она беременна от него. То есть это вообще тогда судьба так вот прям распорядилась. Интересно, эпично, конечно, эпично. Так, ладно, будем спать. Джей, отправляйся-ка на работу. Вот, топай уже, ты там все свои дела сделаешь. Ничего не знаю. Это решил тоже поработать за специалиста по кейтерингу. Я смотрю, слушай, у тебя хорошо получается. Это все потому, что ты семенин, да? Качество хорошо. Качество должно быть отлично. Ладно, давай с тобой кушаем. Вот, это мы все сбагрим вот сюда, вот. И вызываем специалиста по кейтерингу. Да. Нам нужен кто-то готовить. И вообще-то, кстати, у нас вроде как прислуга должна быть отказаться. Заказать услугу, вот. Давай-ка еще с тобой закажем. Оливер отмечает день рождения. Время летит не... Когда Оливер отмечает день рождения? Ну-ка, признавайтесь. Так, прислуга на один раз, прислуга по расписанию. Окей. Служба ремонта, служба ремонта. Так, она не выдержала. Понятно, понятно. Так, наша коровка, понятно, она еще сытенькая. Хорошо, ждем. Поднимаемся наверх и с вами отдыхаем. Ждем тогда наших пупсов, которые вернутся с работы. Отлично, и он тоже хочет спать, тогда вообще все идеально. Давай перекусываем и ложимся спать, и ждем, пока коровка проголодается. Поиграем с этой коровкой, да. На то мы и с тобой ковбой, вроде как. Подожди, это что такое? А, борьба с простудой. Окей. Итак, ускоряемся, мои хорошие, ускоряемся. Отлично, прислуга будет в час в понедельник. Вообще-то она уже пришла, должна была прийти, судя по всему. Ага, пришла. Проходи, 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 все, убирайся давай. Убираешься? Молодец. А это кто? А, это специалист по кейтерингу. О, ну чё. Понятно, значит, пока, в общем, эти мужики не уйдут, у меня игре ускоряться нормально не будет. Ну ладно, переживу. Ой, вы только посмотрите, наш пупсик проголодался. Так, если он правда проголодался, так, посмотрим. Да-да-да-да-да, проголодался. Давай, кормить его. Снова пеленочки, покачаем моего хорошего и, конечно же, приласкаем.
Понятно, коровка еще не проголодалась. Окей. Как у нас, блин, естественно, нужда-то стала падать. А второй, третий триместр через 23 часа? Серьезно? 23 часа? Обалдеть, в общем, ребят. Шелли возвращается. Шелли возвращается. Ее с четверкой, что совсем неплохо. Пупс, ты мой прекрасный ребенок, ты мой прекрасный ребенок. Слушайте, она старается, конечно, изо всех сил. Мне кажется, все-таки она не хочет быть такой, как мама, если уж на то пошло. Мне трудно, конечно, судить, какое было у мамы образование. В то же время, не знаю, мне все-таки кажется, что она не мама, если уж на то пошло. Так, токсикоз. Токсикозик у нас. И бежим быстро-быстро-быстро бежим в туалет, моя хорошая. В туалетике. Замечательно. Все, и питание, конечно же. Замечательно, замечательно, досуг. Надо нам как-то досуг повысить. Мужик еще на работе. Хорошо, все. Теперь все высыпаются. Мы с тобой перекусим. Коровка еще есть не хочет. Так, когда коровка появилась, сколько было времени? Я что-то уже не помню. Где-то день был, полдень, да, наверное, где-то около этого. Вот не хочет она, а? Вот не хочет, бякушка. Ладно, тогда мы, наверное, поговорим с панкейком. Ну-ка, давайте попробуем кокетливо. Хотя я сказала, что как-то панкейка мне жалко, но попробовать стоит. Приветики. Приветики, панкейк. Я знаю, у тебя жена, и она какая-то очень суровая. Переходи на нашу темную сторону. Я обещаю тебе печеньки в виде сердечек. И, наверное, черепков тоже. Так, она еще не проголодала. Ладно, ладно, хорошо. В браке с Изабель, с Элизой. Элиза, она, главные новости, послать воздушный поцелуй. И заигрывать. Вот. Заигрывать, пока все дрыхнут. Флиртовать, флиртовать, мои хорошие, у нас получается. У нас более-менее хорошо получается. О, нет! Самокритичная шуточка. Блин, у нас же получалось. Загладить вину, вот. Загладить вину. Мы только с ним познакомились, поэтому. Предложить потрогать животик, панкейк. Я знаю, ты этого долго ждешь. Но все, твоя Лиза не может тебе это всего исполнить. К сожалению. Потрогать животик и флиртовать, флиртовать. Ну, пожалуйста. Он кокетливый. Кокетливый. Ну. Главные новости, заигрывать. Еще раз главные новости. И потрогать, предложить, и туда-сюда, вот, еще раз заигрывать, короче говоря. Слушайте, какая? Офигеть, он кокетливый, вроде как поддается. Это не то, что это Нэнси. Нэнси Лонгграб, кто бы мог подумать, серьезно. Это Нэнси Лонгграб какое-то проклятие. Мне кажется, она глюкнула, вот по-страшному причем. Очень по-страшному глюкнула. Так, кстати, а где у Джей кровать? А, понятно, в общем, это будет место Хайкина. Капец, ребята, вообще, какие страсти. Слушайте, ну лучше бы Джей помер. Не знаю, в общем. Ну, просто как-то у Хоакина... Хоакина жалко по одной простой причине, потому что у него было желание. А так мне, собственно, мне не жалко никого не убивать. Да, никого не жалко, никого. Никого мне из них не жалко. Ты не проголодалась еще, нет? А ну-ка, дай-ка пообщаться. Вы разрешаете? Нэнси приглашает зайти в... Подождите, что? Нэнси хочет зайти в гости. Ок. Слушайте, я только ее хайла. А она решила к нам зайти, ребята. Она позвонила ему, что ли, показать пародию, например. Ну-ка. Давайте-ка, знаете, сейчас кое-что я сделаю. Так, бежим быстро вниз к Нэнси. Попробуем, во всяком случае, попробуем. Наша вдова пускай тогда отдыхает. Вот, спать. Ребеночек, ага, этот ребеночек замечательно. Этот спит. Слушайте, как все интересно получилось. Ну ладно, спускаемся вниз. Встречаем Нэнси. Нэнси, приветики. Приветики. Давайте, я не знаю, флиртовать бессмысленно. Флиртовать бессмысленно. Я это, собственно, так и имела в виду. Да. Флиртовать с ней бессмысленно. Есть смысл просто тоже вот так вот дружески вести себя. Слушай, куда бы нам сесть с тобой? Вот. Давай-ка сюда сядем. Сесть и болтать. Отлично. Кто у нас еще бодрствует? Только наш пупсик. Слушайте, давайте, ребята, у меня время заканчивается. А, понятно, это Боб телек смотрит. Окей. Окей. Разговаривайте, разговаривайте. Сплетничать. Сплетничать. Искренний комплиментик.
Слушайте, как он хочет-то, как его распирает-то. Блин, ладно, ладно. Блин, как он хочет с ней заигрывать, всякое там подобное. Так, ну-ка вот эту вот штуку поставим с вами. И попробуем включить эмоциональную атмосферу. Это что такое? Скучает по семье. Серьезно? Соблазнить. У нас не получится соблазнить. Попробуем вот это сделать. Попробуем повысить шкалу. Загладить вину. Вы только посмотрите, какие с ней действия. Вы только посмотрите. Душевный разговор. Так, это что такое? Ррр, отстань. Отлично. Пошлый анекдотик, например. От пошлого анекдотика никто не отказывался. Ребята, это что сейчас было? В общем, ребята, это эпик. Ну, в общем, ты хотел? В общем, получай. Ребята, это эпик просто. Жесть, капец, короче говоря. Все, все. Ну, можно теперь уже и не пытаться обольстить ее. Поцеловать можно, конечно, попробовать ручку. Можно попробовать, но, судя по всему, она тоже будет против. Можно будет попробовать, наверное, ее даже и соблазнить, но у нас это все равно не получалось, и это явно дело бесполезное. Да, это очень бесполезное дело. Никак не получается, и, судя по всему, действительно, это из-за того, что он семенин. Может быть, я предполагаю. Потому что вроде как Пэнкейк был готов сдаться. Вообще-то что-то у нас получилось. Соблазнить. Ладно, будем просто с тобой старушенцевое время проводить. Подшутить. А, нет, не надо, только не это, не дай бог. Я помню. Так, ладно, и будем говорить с ней о наживке. Не знаю зачем, наверное, возраст берет свое. Вот. Но мы с вами отдыхаем, да, пупсы прекрасные. Я думаю, тогда на этом... Созрела! Прам-пам-пам-пам-пам, прам-пам-пам-пам-пам. Идем с вами есть тортик. У него как раз питание. Ну-ка, идем есть тортик. У нас еще как раз кокетливое состояние. Как круто. И посмотрим. Ням-ням. Ням-ням. Ух ты. Ну, и все-таки она выплюнет его назад. Yes. Отлично. Первый есть. Пупсик кричит. Доить, а потом с ней поиграем. Так, отлично. Теперь идем к ребеночку. Что он плачет? Что такое случилось? Так, не это. Покормить его. Моя хорошая, покормим грудью. Экстракт счастья. Подождите, а почему экстракт счастья, если он был кокетливый? Очень интересно, мне вот это очень интересно. Так, а теперь мы ее снова не кормим. Итак, у нас остается 12 часов до следующего раза, мои хорошие. Ну что ж, пупсы мои прекрасные, заканчивай тогда на этой прекрасной ноте. Ну, вот кто-то с коровкой обнимается, а кто-то обнимается со своим ребеночком пупсика. Да, очень такая милая нота. Да, моя другая чайная вдова. Да. Ну что ж, мои хорошие, с вами была Косясь Новая Миссия на Чарли, и мы на этом заканчиваем. До скорых встреч, ставьте пальцы вверх. Пока-пока.